друзья мои, товарищи офицеры, сержанты и старшины, спасибо за службу. Но Аллах, как выясняется, все-таки Акбар. Родина ждет вас, не дождется. Желаю успешного полета назад. Наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с краю. Штыком ее ковырни, Ирод. Вы знаете, не учите меня. Ну как не учить? Уже 5 минут трезвыми летим. А ты давай огурца нарежь. Ты что ж его на весу, как не родного? Ладно, тоже у меня нашелся консультант. Без сопливых обойдемся. Потому что мы пилоты. Небо наше, родимый дом. Вот летай теперь, понимаешь, туда-сюда. Пока их всех домой не развезешь, это 7 потов сойдет. И какой негодяй развязал эту войну? Не помню. Слышь, алло, я пока тут, значит, подремлю по состоянию здоровья, а ты порули. Умеешь рулить-то? Еще как. Я тоже умею. Ты, значит, поперек батьки в кресло не лезь. А ты давай, курс на автопилоте. Сиди, ничего руками не трогай, а то, понимаешь, войдешь во вкус-то. Обижаете. Я могу. Что мы там делали 2 года? Защищали территориальную целостность России. Да какая Россия? Лично я защищал себя. Да, знаете, России там было немного. В основном, как я заметил, шариат. Так что же мы, по-вашему, там делали? Оружие околачивали. И то не для себя. Не, все-таки странная какая-то была война. Села бомбили, боевиков не трогали. При штурме зачем-то банк в щепки разнесли. Да потому что стратегический объект. Шарах и нету платежек. Где денежки? А какие денежки? И еще почему-то у них наше оружие было. Кто же бандитам столько оружия оставил? А вот это не я. А кто, Пушкин? Да это само получилось. Помню, списывали им, бандитам, все старенькое. А потом смотрим, а у них все новенькое, в масле. Прапорщики так удивлялись. Русским оружием торговали. Ну, торговали. Ну что ж его, бесплатно отдавать. Не, ребята, я считаю, по паре скважин на брата мы навоевали однозначно. То есть? А тебе не понять, нормальный боец сам себя с довольствия не снимет однозначно. Ты как насчет нефти? Че молчишь, как бескорыстный? За меня не волнуйся. Придет время, скажу. Когда начнешь говорить, про наркотики не забудь и про шаму своего с фондом. И как 12 триллионов на восстановление Чечни могли куда-то деться, а? Ну да чего ж мы тогда 2 года в шеи кормили? А что, вши не люди, что ли? Все хотят есть, не ты один, чмо. Мы защищали территориальную целостность России. Вот заладил свое, защищали. Чечня – исконно российская земля. Я геополитик, я знаю. Хасавюрт, Шикотан, Кунашир и Мадагаскар – исконно русские земли. Мне не трогайте его, он у тела мне контуженный. Секретарь, хочешь совет по безопасности? Не хочу. Ну, твое дело, потом умолять будешь, не дам. Ты говорил, что тебе нужны проходимцы? Ну, говорил. Ну, так возьми меня, я всех знаю, меня тоже все знают, как облупленного. И я, главное, не сяду однозначно. А если попадешься? Слушай, не говори ерунды, я все время попадаюсь, но еще ни разу не сел.
Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Нет, нельзя было выводить войска, нельзя однозначно. Почему? Потому что это подрыв престижа. Теперь НАТО совсем обнаглеет. Оно и так наглое, почти как я. А мы это, НАТО, за 2 часа силами одного парашютно-десантного... Я его сейчас ударю сапогом. Не поможет, но попробовать надо. Это же поражение, мужики. Позор кошмарный. Россия никогда не терпела поражения в войне. Ну, это положим. А Крым? А Сусима? И с белофинами, знаете. Так надо было бросить на белофинов ядерную бомбу, и все однозначно. И еще не было ее. Но сейчас-то, слава богу, есть. Почему не бросить? На финнов? Да хоть на кого, господи, жалко, что ли? Мне нет. И мне нет. Слушай, а где эти финны живут? Ты не знаешь? В Генштабе, спроси. Россия превыше всего однозначно. Правильно. А то что же выходит? Зря мы 80 тысяч человек положили. Вам мало? Вам 800 тысяч положить надо. Да хоть 1 000 000. За территориальную целостность не жалко. Ну иди, контуженный, воюй, давай, давай, прыгай. Там тебя ждут, давай. Не дождутся. Я дембель с геополитическим уклоном. В окопах пускай другие, а я теперь за Россию в Думе Думу думать буду. Дом-дом. Чего? Пуля такая была. Дом-дом. Как кого попадет? Дрезд. Я тоже хочу попасть в эту. В Дум-дум. Приеду на дембель. Первым делом стану депутатом. Ага. Только охранки нам не хватало. Послушайте, вы не юрист. И даже не сын юрист. Ну что вам делать в законодательном собрании? Хочу и буду. Как раз вот благодаря Александру Ивановичу от Тулы местечко освободился. Милости прошу. Как? Вы будете с ним дружить? А куда деваться? Всех нам однозначно, в Тулу со своим Коржаковым. Я тоже хочу в депутаты от Тулы. Побойтесь Бога, вы-то куда? Куда все, за иммунитетом. Зачем вам иммунитет? У вас и так, знаете, здоровье гораздо лучше, чем надо. Слушайте, а для меня там местечко не найдется. И, ну, я же не Ленин, чтобы в Польше-то. Ну, чем я хуже этих? Хуже этих? Это, знаете, уже патология. Поделиться с вами опытом решения чеченской проблемы. Мне приходилось иметь с нею дело. Решается эта проблема так. Войска НКВД входят в аул. Знаю. Вам-то было хорошо, НКВД. В наше время это невозможно. Время, Виктор Степанович, терпит, как видите. И потом, для коммуниста нет ничего невозможного. Я уже не коммунист. А это вы, конечно, погорячились. Партия воспитала вас, научила управлять массами, поставила на руководящую должность. Вы оступились. Но опыт зачистки самашек указывает нам на то, что возврат на принципиальные партийные позиции в чеченском вопросе еще возможен. Ты дыму как в преисподней. Кто это тут накурил-то? Извините, это я так задумался. Куда, понимаешь, летим? Не знаю. Мы на автопилоте. Вы отдыхайте, все хорошо. Ну и ладно. Красную кнопку видишь? Ну. Ядерная. Если совсем все надоест, нажми.
Я помню тот ванинский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы.